Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня с утра первый заказ. Гаечка накидная, американка на шланг подкачки. Давайте ее и будем делать. А то болты уже надоели. Нечего вам показывать. Вот болты да болты. Вот, кстати, вы интересовались, достали трубу или нет. Нет, видите, вертыш этот так и стоит. Немножко преобразился. Кумулятивный заказ. Сначала буду делать саму гайку. Шестигранник на 22. Вообще-то было бы лучше на 24 под 16. Резьба М16 идет с ключом 24. Но я сделаю 22, шестигранник на 24 у меня очень длинный. Резать болгаркой его неохота. С утра в понедельник жужжать. Так. Ну, поехали. Очередность. Центровка. Просверлю на... Насколько же просверлить? Ну, просверлю, наверное, на 11. И потом 14,5 под резьбу. Вот, видите, там внутри получился уступ. До этого уступа я теперь нарежу резьбу 16, шаг полтора. 25 оборотов. Ну, я не нашел сверла на 14,5, я просверлил на 14, поэтому мячик туда не спешит заскакивать, даже со смазкой. И я его подтолкну. Ну вот резьба нарезана, теперь гайку отрезать. Итак. До уступа 17 миллиметров. Ну, отрежу 21 миллиметр, потом уйдет на торцовку с той стороны. Останется 3, нормально. Thank you.
Ну вот, получилась вот такая гаечка. С буртиком. Теперь делаем ту часть, которая ставится в эту гайку и ставится в шланг. Шланг имеет внутренний диаметр 8 миллиметров. Значит, ёршик будет 9 миллиметров. Лучше сначала просверлить, чем проточить, потом сверлить, деталь будет греться, тонкая, здесь все-таки материала больше, сейчас лучше просверлю. Так, 9 ёрш, примерно, просверлю, наверное, я 5 миллиметров. Здесь сделаем выступ 3 миллиметра, ну или 4 миллиметра, 11, 4 миллиметра длиной, 11 миллиметров диаметр. По вот этому отверстию. А все это проточим на 14. Вот я сейчас дотронулся отрезным резцом. Это у меня 9 миллиметров. Значит, я запомнил значение по лимбу. Значение по лимбу у меня 8. Когда я с этой стороны буду отрезать, я до значения лимба 9 сделаю небольшой уступ. Это получится 9 миллиметров. Уступ получится диаметром 8 миллиметров небольшой. Для того, чтобы он от этого же шланга смог отрезать водитель тоненькое колечко резиновое и сделать с него прокладку. Надо дать эмульсию, а то почернеет.
Небольшую фаску прям вручную, так уж, для успокоения. Ну вот и все, гаечка готова. Ёрш готов. Сюда оденется прокладочка с этого же шланга. Гайка накидная, имеет также название американка. Ну и название у видео будет «Утро, понедельник, американка». А у меня на этом все. До свидания. Всем удачи.